Привет всем, привет подписчики и гости канала «На привале». Сегодня за чашечкой утреннего кофе, или за утренней чашечкой кофе, я хочу снять ролик о распаковке посылки, полученной от сайта «Твой трофей». Хочу напомнить, сайт «Твой трофей» является информационным партнером моего канала. Это то место, где общаются тысячи единомышленников, рыбаков, охотников. Здесь можно посещать тематические форумы, можно получать полезную информацию, обмениваться опытом. В специальных разделах можно узнать о рыбных местах, о том, где можно поохотиться, где полно дичи. И что самое интересное, можно поучаствовать в каких-то конкурсах и получить гарантированные ценные призы. Вот именно такой приз я и получил по итогам 2015 года. Проводился конкурс. Самый, кстати, ценный приз было ружье МР-155, по-моему. Вот. Ну, а я получаю в качестве подарка хорошие охотничьи перчатки. Вот сейчас я их посмотрю. Ну, посылочку я уже, конечно, открыл, посмотрел на почте, проверил. Вот. Поэтому сейчас будет имитация открытия больше. Вот. Значит, достаем международный пакет, отправляется у меня подальше. Да, кстати, народ, у меня идет ремонт, а ремонт за один день не заканчивается, поэтому на антураж не обращайте внимания. Значит, у нас тут есть лейба, но она была пришитая уже, там ниточки, я их, понятное дело, отрезал. Перчатки Catch фирма, вернее, компания Сплав называется перчатки Catch. На ладони полиэстер 100%, нон-слип, нескользящие накладки. Тыльная сторона кисти 100% нейлон. И запястье полиэстер 100% велкро. В общем, синтетические ткани, но перчатки все-таки предназначены для охоты, поэтому они должны быть прочными. Ни за что не цепляться, не рваться. Если лазить по лесам и оврагам. Вот сейчас мы их и проверим. На ощупь перчатки очень приятные. Сразу чувствуется, что теплые, но при этом не сковывают движений. Вот чашечка вот берется. Дуля крутится, все нормально. Движение не сковывают. Значит, тыльная сторона ладони. Видно и пальцы, и все. Значит, сделано из такого, да, материала, который действительно не порвется, судя по всему, наверное, даже какие-то и не порежется просто так, судя по всему. Ну, если специально, конечно, ножом не резать, ну, там что-то цепануться, ну, ничего не будет. Вот. Внутренняя сторона ладони. Видите, такая ткань, и сама ткань не скользящая, не тканный материал такой. И есть специальные накладочки. Вот. Что еще интересно, на пальцах указательный, средний, на большом пальце. Есть тоже не скользящие накладки. Это очень удобно и будет, видимо, при спуске крючков, то есть при стрельбе. Ну и при взведении, у кого курковочка. Да и вообще пальцами работать будет приятно. Значит, имеются липучки, которые позволяют затягивать манжет как удобно. Ну, вообще перчатки удобные. Большое спасибо администрации сайта «Твой трофей», компании, которая, видимо, предоставила эти призы. Вот, дождемся следующего сезона и уже опробуем эти перчатки в действиях, вернее, в полевых условиях. Ну, а я хочу напомнить, чтобы вы не забывали подписываться на мой канал. Хочу пожелать всем удачного дня, всего хорошего.